Всем привет, ребята, и сегодня мы играем в Майнкрафт. У меня для вас будет много новых обновлений. Поэтому присаживайтесь поудобнее. Готовьте печенюшки с чайчиком. И хорошего вам всем просмотра. Ну что ж, мое первое обновление. У меня есть новый скин, у меня есть свой личный скин. И хотите его увидеть? Готов? 3, 2, 1. Among Us. Да, у меня скин. И теперь я в деревне тут. Among Us. Кто? Так, ужас. Ну да, обновление номер 2. Кто не видел, у меня появилось, если вы знаете... Есть в Америке такой... Ой, быстренько покушаю. Есть такой город. Да, сейчас быстренько перекушу. О, хлебчик вкусненький. Если вы знаете, в Холланде есть такой город, называется Холланд. И там был такой тюлип тайм, поэтому тут у меня тюльпаны. Это, если что, по-русски будет тюльпаны. Вот, тюльпанчики разные. И красные тюльпаны, и белые тюльпаны, и... Да больше как светлый розовый, оранжевый. А это уже мак пошел, одуванчики. Я вообще не могу понять, что вот это вот за цветы. Я ну-ка сейчас узнаю. Пионы. У меня просто по-английски. Я не могу понять тоже, что это за цветы. Это Azure Blue. А дальше, кстати, да. Обновление номер 2. Я переехал. Наконец-то у меня просто была идея. Я же себе построил тут новенький домик. Как вы знаете, у меня есть этот домик, который я построил. Тут, видите, поставил люк. Но потом я проведу экскурсию. Я хочу показать не буду. Я, кстати, переехал с двух мест, не только с одного. Сейчас узнаете. Номер 1. Я тут все освободил, поставил тут все обратно, по местам, книги все, и убрал люк. И житель случайно ударил тут. Случайно ударил жителя. Ну ладно. Короче. Ну что? Тут уже заменил, потому что у меня тут раньше случайно взорвалось. А, крипер взорвался, тут проходил ночью. И я тут все заставил, как видите, чуть-чуть там можно увидеть. Лестничку я такую ему оставил, необычную. Да, как у меня раньше было. Место номер 2. Я же говорил, я 2 места освободил. Место номер 2, это я освободил кузнечку. Люк уже убрал, сундук только один тут и был оставил. Конечно, вещи с него забрал. Ну, потому что вещи нужны. Я не знаю, я просто вещи забрал. Да. Еще новость. Мост я заменил. Был раньше земляной, сейчас уже такой каменный, деревянный, уже посильнее. Закрыл тут гигантскую дыру, как вы помните, там была дыра. Тут. Сделал повыше лестничку, передвинул фонарь, чтобы можно было пройти. Комнатка чуть побольше. Как вы помните, тут был проход в ту гигантскую ужасную дыру, куда все не проваливались и терялись. Потом я сделал еще выход на ту сторону, чтобы если, например, мне нужно было на эту часть, нужно было там вот подняться и потом на мост и сюда. Так можно легко подняться. Вот. Я очень извиняюсь, белый житель. Что корова дикая в дом идет. Потом огородики тут собрал, все хорошо. Дела у меня все хорошо. Да, дела все хорошо. О, закатик уже чуть-чуть солнышко садится. Продолжил дорогу, вот тут продолжил, там продолжил. Тут я сделал дорогу до магазинов, вот тут чуть-чуть, до этого магазинчика. Потом я ее соединил до, ну,
мой мини-амбар, тут крышу сделал. Вот так, стеночку поставил, потом соединил это и до горы чуть там удлинил дорогу. В доме мебель. Ну что ж, я тогда пойду спать, только буду смотреть в пол. Я вам уже завтра хочу провести экскурсию. А пока мы спим, вы тут чуть видите. Ну ладно. Все равно сейчас вам... Первая часть это вот эта. Тут верстачок и кроватка. Картинка. Это диванчик мой хороший, добрый. Смотрю, телек. Как вы понимаете, не настоящий. Моды не хотел просто скачивать. Я хочу без модов. Чисто майн. Все видео без модов делать. Если без модов, то уже вот такое. Далее. Это мой комп, как вы понимаете, без модов. Да, тоже без модов. Тут мое кресло такое, со столом так сижу себе. Очень круто. Еще одна картина с закатом. Тут горы, море. Печечка, сундучки, верстачок. Вот у меня сундуки. Тут именно материалы. Тут еда. Ну, больше как еда. Тут именно разные, типа, бронька такая. А тут больше инструменты и игрушки. Ну, чтобы жить не заходили в мой дом. Что тут это стоит? Я как раз вчера, ну, в прошлый раз, когда играл в Майн, то это я потерял вот эту деталь, не мог ее найти. Не для крыши. Для того, чтобы сделать мой мини-амбар, не хватало деталей. Ну что ж. Да, овечки тут, кстати, не всю еще траву съели. Я вообще в шоке, потому что обычно все съедают. Ну что ж, покормим их. Не всех тут, я просто вот эти все возьму. И я думаю, мне скоро нужно будет мой амбарчик чуть побольше сделать. О, малыш. Да, я думаю, амбарчик, да, побольше. Кормлю еще двух овец. Хотя все четыре покормлю. На. Все, все скормил. Побегу сейчас. Валим на велике. Это дерево я все время тут бьюсь. Срубать не буду. Не надо срубать. Просто может вот так листву чуть-чуть тут подправить. Так вот. Теперь, когда я вот так вот бегу, и чтоб никто, когда вот тут бегали, например, чтоб не ударились головой в листву, в листья, просто в ласты. Это сейчас попадет листву, и... Да. Ну, я деревцо сейчас тут посажу. Вот так. Через 500 лет вырастет. Поим. Я не знаю, каким мне сделать обновление. Хотя я экскурсию уже сделал. Теперь приступаем к делам. Мне нужно построить там, где все жители. Типа не здание, но типа как пикник мы еще можем делать. И все жители там могут собираться. Костерчик может там разведем. Не знаю, может разведем, может не разведем. Палаточки, мини-палаточки можно еще сделать. Тут есть один друг Эндермен, который всегда телепортируется. Я еще не видел ни разу, чтобы он у нас крал блоки. Но он так часто телепортируется. Топор закончился. Я не могу понять, что он так часто к нам телепортируется. Вот вы, может, не видели, но я видел. Где надо мне это сделать? Опа, два раза. Один посажу. Один заберу, посажу. Сюда яичко. Давайте, повезет, не повезет. Не повезло. Подождите, курочка вылупилась. Да, я шучу. Это она на яйцо снесла.
Опа, цветок, что-то делаем. О, поднял. Тогда я побежал. Посажу, потом посажу. А сейчас мне нужно добыть кучу земли. Просто вот тут буду отсюда добывать. И тут будет как раз наш пикник, опа, дерево. Тут у нас будет как раз наш, типа, пикник Эри. Это не я затоптал, я тут был. И я тут много раз проходил, и думаю, кто у нас затоптал? У нас, короче, жители начали топтать. Я еще не видела, чтобы жители все топтали. А за этим огородом почти никто не следит, как вы видите. Почти никто не следит. Это очень печально, потому что крутой огород, и никто не следит. И почти никто. Может, давайте до отсюда нашу эрию сделаем. И давайте отсюда. Что сюда еще дорога может доходить, это классно. Потому что, видите, вот тут эта дорога, она как раз возле этого. О, сюда типа кемпинг можно ходить, люди могут типа сюда в поход ходить. Прикинь, как напряжно. Одного кусочка земли не хватило. Давайте один кусочек. Я его не туда поставил еще. Так, нормально, так оставим. А тут мне не хватало этого. Я тут построю мини-домик, он вообще маленький будет. Лилипутик. Может, типа. Не будет. Окна, тут два окна будут тут. Знаете что? Я так вот сделаю. Вот так. Это будет типа мини-кемпинг. Это тут именно будут типа люди жить. Ну как жить? Недолго жить. Так, чуть-чуть. И они могут, и друзья типа на улице собираться будут жители. Но не тут, не внутри. Мне еще дерево надо. Я не знал, что так много дерева понадобится всего лишь на такой маленький домик. Я большое срубать не буду. Может, он такой. А потом мне еще нужен для пикникерии дерево. Да, все же срублю вот это. Рублю, до сих пор рублю. Сейчас чуть поем. Побежали обратно. Окей, тогда пока что вот так я сделаю. И два окна, это одно вот тут будет. Жаль, туда на речку, а сюда будет на речку окно. Вот так. Мне сейчас спать еще надо будет, домой бежать. Я ножницы дома скрабочу, просто буду стричь овечек. И потом заживем. Сейчас побегу домой. Мне железо надо. Когда я обычно иду спать, я просто люк просто закрываю или куда-то ухожу. Ну, нормально, никто не прикрывался, все по-другому. Только можно ночью спать, а это по-вашему не ночью, нет? Окей, сейчас. Да. Так, сделаю. Утренняя работа. Так не хочу утром работать. Только проснулся. Уже сразу работать. О, как раз три. Прикиньте, с первого раза как раз три выпало.
Хорошо, так много работает, еще не надо с утра. Только проснулся, один раз нажал по овечке там. И вот эти три куска. Вон там росточек, прям там. Да, там оставлю, будет висеть. Если площадь нужно переплавить. И здесь тут будет одного. Так, окей. Мне нужно будет 6 и делаем верстачок. Собственно, верстачок. Потом на верстаке. Так делаем. Делаем кроваточку. Ставим сюда кроваточку. Там чуть камни сейчас пойдут. А, кстати. Пока еще не ушел. Я упал. Ладно, уже из дома доделаю. Быстренько это сделаю. Я такую мини-лесенку сделаю. Вот. Мини-лесенку просто сделал, чтобы мог забраться. Класс. Мне нужно только 2 стеклышка. У меня дома, я думаю, есть 2 стеклышка. Но я сейчас тут побыстро. Добуду быстренько. Сейчас камень. А, мне еще уголь найти надо. Знаете, что я сделала? Просто картошку лютым скину тут на. Кто владелец огорода, он придет собирать и поднимет эту картошку. Я очень извиняюсь, что это все. Просто спрыгну вниз. Мне все же домой нужно будет зайти, хлеба еще, еду себе взять с собой. Все, побежал. Там, кстати, можно было сделать кемпинг, там как раз куча мест. А, может там как раз сделают, где будут жители собираться. Я чуть-чуть по-другому, может, дом сделать? Вот что он будет выглядеть, как обычные дома. Что я делаю? А, да, точно, мне печка нужна. Еще 2 камня. 1 камень мне нужен. Опа, тут как раз этот лишний. Это в прошлый раз, когда я чинил горку, у меня тут была дырочка в горке. Чуть-чуть там проткнулась, сломалась. Когда чинил, я там один запасной оставил на всякий случай. Вот он мне понравился. Ого, печка. Все, печка у меня есть. Стекло, стеклышко. Сейчас быстренько скажу, что побегу. Да, все же песок я не использовал, потому что нужен уголь, а у меня все лишь в печке 2 угля. Хлеб забыл. Откуда вам? Да, стекло. Это все за стекло. Окей. Я что-то изучаю. Уже начал забывать, что мне надо. 70 чесненько поделили, у меня 7 еще в сундучке осталось. Так медленно. Знаете, это я еще и бегу, это я не просто иду. Окей, я покажу, кстати. А ну-ка, повезет или не повезет? Яйцо. Сейчас узнаем, курочка. О, повезло.
Огород. Не знаю, тут можешь поселиться, купить огород, себе хорошо кемпинг тут ходить. Ему, кстати, будет бесплатно, потому что это на территории его огорода. Не, ему просто будет скидка 50%. Вот. Честно. Знаешь, тут жители... честно, что они меня тут приняли. Им тут бесплатно, жители. Просто дерево... Точно, там картошка. Дерево и уголь им нужно свои. А жить в домике бесплатно. Я песок оставлю. Так. Что мне еще тут добавить? Сейчас быстренько сломаю листву. Да. Теперь у тебя есть малыш. Ага. Ну хорошо, что мне повезло. Так. Я думаю, мне нужен камень и... Фу. Просто камень. Думаю, 8. Да, 8 подойдет. Это будет большой круг. Не на эту сторону я выйду. Тут наш кемпинг-домик. Вообще 6, я думаю. А не, как раз 8. И вот это типа будет... Тут огонь, костер можно разводить вот тут на дерево. Дерево уже поставлю, у них будет свое дерево. Эти материалы мне покажут. Такой домик... Опа! Да, можно просто материалочки возьмут. И поставить просто только... У меня что, один будет? Думаю, у меня будет 2. Где-то уже один потратил. Может, поставил когда-то случайно. Где-то вот сюда поставил. Тут огонь. А вот тут недалеко, прямо вон там. Сюда в поход будет ходить. О, по курсу это надо. Расскажешь. Пойдет, не пойдет. Не повезло. Извини. Что мне тут еще сделать? Точно, для жителей, чтобы они могли собираться. Мини-палаточку. Для этого мне нужно будет много дерева. Срублю вот это вот. Мало так сделать, тут и же посадить. У нас тут лес скоро можно уже делать. Под 6 одного дерева 3 росточка. 3 или... Ну, 2 или больше. Ну, так 3. Ну, да, много выпадает. Я думаю, вокруг можно сейчас сделать. Для этого мне нужен будет один блок земли. У меня есть очень крутая идея. У меня осталось только 3. Хлеб сильнее, я думаю, ломает даже, знаете. Или дерево. Вот так вот, я думаю, классно. Вот это вот возьму. Такой прикольный кемп. Пойду быстренько дрыхну.
Парам-парам-парам. Я думаю, уже пошло. Пропустите, спасибо. Ну что ж, всем доброе утро, ребята. Не болейте, хорошего вам всем настроения. И тогда увидимся на следующем видео. Всем пока-пока, ребята. Всем пока. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.